Аргентинское метро на один день превратилось в оперную сцену. На одной из станций Буэнос-Айреса появились солисты в сопровождении настоящего оркестра. Для своего выступления они выбрали отрывок одной из самых известных опер в мире – «Служанка-госпожа». Именно это произведение стало прототипом, наверное, всех самых известных историй про современных золушек. Пассажиры не остались равнодушными. В вестибюле метро был настоящий аншлаг. Правда, позже выяснилось, что у такого необычного флешмоба есть вполне логичное объяснение. Так режиссер театра помог раскрепоститься солистом оперы перед очень важным выступлением. Это был очень интересный опыт. Подземка не часто становится оперной площадкой. Я очень волновалась перед этим выступлением. Наверное, даже больше, чем перед выходом на сцену.